Всем привет, проходим игру, Алекс. На этот раз надо посмотреть, что предложит бестия. Говорит, надо вернуться и поговорить. And here you are, back again. Ready to go? I'm ready. Я готов. Что ты задумала? Show you when we're there. We? Is this just the two of us? Does that scare you? Are you scared of a challenge? Come on, we'll take care of this alone. Come on, let's get this job done. Огромная тварь. Это задание. Нам капец. And obviously, they lost. Yeah. Most of our guys just run from it. Piss ants. What makes him so dangerous isn't just his strength, it's how clever he is when fighting. So be careful and give him everything you've got. You want to go down there now? Yeah, you and me. We go down there together, we fight together, we stick together. Будем вдвоём. Let's see if you've got the legs. Как замечательно. Хорошо, у меня гранат куча. Ой! 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 Дай мне тебе врезать! Хорошо, так как граната. Ты где? Мне гранат не хватит. Уже 40 осталось. Капец. 30. Да дохни уже. Это самый крепкий зверь. Сорок гранат ушло. Эй, хватит лежать. Don't leave me hanging again, okay? Окей, окей. И зачем я его была тут выкашивать? El Colosado. That thing was killing our runners. Why couldn't they take care of it? You sound like William. Runners might be expendable, but we can't make a profit without them. Fucking William. If it's not shards lying on the sand, he can't understand the true worth of it. Почему мы не взяли больше людей? Why didn't we bring more men? We didn't need them. That thing could have killed both of us. But it didn't. So, here we are. Is killing creatures all we're going to do? There are more challenges out there. We'll find them. Есть другие опасности, да, мы найдем. We make a good team. А мы неплохая команда. You are talking about profit here, right? Because challenge and profit is all I'm looking for. But, okay. If you find me a good enough challenge, something to really shake shit up. I'll think about it. How about taking the fight to the Albal Exeter's in Zaykor? Would that be a big enough challenge?
Fight the leader of the Alps? Well, that certainly is a challenge. It's also suicide without a plan. But if you come to me with a plan, sure, why not? Fuck it, let's destroy the Alps, just the two of us. Everything okay with us? Между нами мир? Yeah, whatever. Let's get on with it. Нейтрально. О, богатство. Я на это богатство наберу снова гранат. Что это за растения? Какие-то тут щупальцы. Где это место было? Ну, недалеко. Цветочек, иди в карман. Да, вот это зверь был. Просто капец какой-то неубиваемый. Как так залетел? Они там вдвоем были. Надо было очки одеть. Всевидящие. В чем дело? Они загрузили. Они закусали. Ух ты, они с огнем. Эй, у тебя напарник убежал. Вот это поворот. И я забыл нажать. Два удара. Нет ХП. Цвип-цвип-цвип. Куда ты убежал? Меня не убьешь. Шестьдесят. Да что там мощно слишком для 60.
Опять спит. Тихо, тихо. Не нервничай. Everything. Yeah, whatever. Let's get on with it. В город, наверное, идет. Поехали смотреть что-нибудь еще. Лекарство охотника. Может сначала в город за гранатами сгонять? Полезная фигня. Гранаты. Особенно сверху закидывать. Пила-меч, вся эта фигня. Оружие ерунда. Давай еще гранат вытряхивай. Хороший магазин. Бесконечный. У тебя может побольше будет партия. Не по 12 штук. Не, вообще нету. Шестьдесят пять штук, ладно, хватит, думаю, на первое время. Now's not the time, all right? Поехали, лекарство для охотника. У этого кота мусорщика взял лекарство. И передать ему надо напарнику какому-то райдеру. Ну это просто жестко. 40 гранат ушло в никуда. Чуть, блин, не сломал ноги. Еле-еле успел. Да, блин. Гидравлическая муфта. Да. Оказывается, я опять без напарника. Нормально. Нормально. А если снова к
к этой бестии зайти. Будет новое задание. Нету никого дома. Ой-ё, какие злодеи. Эта бестия такая говорит, мы пойдем вдвоем на здоровяка. И при первом же ударе никакого нее толка. Кого взять? Они все одинаковые. От всех никакого толка нет. Is everything okay with us? I don't know. You tell me. I mean. Follow me. Yeah, sure. Давай отсюда, вроде ближе. А солнце жарит. Капец, стоит такой. Тут шавка уже вовсю загрызает. А Рай стоит и даже оружие ленится вытащить. А, на ту сторону как вот перебраться. Can we get the fuck out of here? А золото? Нет, это сера. Одену-ка очки, чтобы видеть зверей. О, они заедают его. Какие-то шакалы неубиваемые. Полоска зеленая, давай быстрее. Куда?
чё он по мужику-то попадает? О, еле-еле. Отдалили. Пила, сабля. Кто сказал, что запрещено? Пила, сабля. Ну-ка посмотрим. Плюс ноль. Барахло. Продать. Что еще? Очки менять. И главное, эти кнопки нету, чтобы быстро их и на быстрый доступ поставить. Я готов. Keep your eyes open. There's always more damn jackals. I think they know I want every last one of the things dead. Почему в этой местности куча шакалов? Why are there so many jackals in this area? Now you're asking me why I became a hunter. You could say I followed in my old dad's footsteps. Only that dipshit bred jackals. Thought he could tame them, train them. Now I'm trying to undo the damage he did. I spend every spare minute tracking them down. When I'm not trying to get enough meat to live, to sell, and that takes most of my time. Меня прислал Хламер. Вот тебе стимы. Scrappy sent me. I have your payment. Good. Thanks. You can always rely on old Scrappy. Here, thanks. Here, do me a favor and deliver these to Scrappy. He's expecting this meat. My bet is he'll be going hungry without it. Этому Стиму надо, этому потом Хламеру мясо. Так ты на герцога работаешь? You work for the Duke? People don't work for the Duke. That's the whole point of being outlaws. Not that anyone there is really free. You know where to find the teeth on a jackal? In the fort. You think you know where the knife is, but the next minute you feel it sticking in your back. You're best out here with the jackals rather than in there with the real animals. Тебе нужна помощь в охоте на шакалов? Nah. This is something I need to do myself. For my family. And I need to earn a living. Can we trade? Давай поторгуем. Sure. Tell me what you need and I'll see if I have it. And as long as I've not already promised it to Scrappy, it's yours. What do you have to trade? What do you need? Что у тебя есть? Лечилки, шкуры, все то же самое, что и у других. Барахло у тебя. Где у тебя завалиться, переночевать? Поблизости, что тут есть? Телепорт есть.
Тык-тык-тык. Наверное, не получится напрямик. А, по дороге. Тут же все в ущелье. Конечно, там еще внизу херня прыгает. Man, can you imagine getting one of these things working? We could travel the whole planet in no time. You, me, the sound of the roaring engine. Да-да. Just think, next time someone tried to kill you, we could just drive away instead of killing everything within a 2-kilometer radius. Тык-тык-тык, и за углом будет телепорт. Наверное, где машины. Мега крыс. Она сейчас атакует. Бедная крыска. А вон он. Эй-эй-эй. Там что за фигня? Гранаты в помощь. Быстрее, чё ты доставай. Ёх! Кажется, мы не одолеем. Давай, Рэй, тупой. What the fuck? Ну, у меня, как обычно, зеленой полосы нету. Давай, уделаем же эту фигню. Получай по хвосту. Даже если тут полоски бы зеленой не было, боевку тут не спасло бы все равно ничего. Даже мощняцкие удары. Пофигу. Рэй, вставай. Какие они все дохлики. О, очнулся. Ну. Я сейчас замахиваюсь. Ну ты что замахиваешься? Топорик-то маленький.
Че им замахиваться? А где тот? Я его проверил или не проверил? Тут стояночка. В принципе, можно и убежать было. Но надо тут посмотреть, и вдруг что есть полезного. Пачки денег. Прям пачками. Чемоданами. Рисовался. Надо его. Да надо его прилипать или. В настройках выключить нету. Чтобы он не прилипал. Во время этой боевки. Чё? Вы откуда там взялись? Придется сваливать. Слишком их там много. С одним-то хрен справишься. Ну, шавка тоже всегда видит, куда бежишь. Нету у тебя леталки-то. Тебе тоже надо пояс сделать, чтобы собаки летали. Сейчас надо до Хламера сходить. Принести Хламеру мясо. Опа. Чернильня. Чё они тут за полеты устроили? Рэй, как ты думаешь, завалим вот этого динозаврика? Ты. Я же отвернул. У него аура вылазит за пределы. Поэтому он задел бомбочку. Вот тебе мясо. Thank you. You don't know how long I've been waiting for that. That should keep my bones from being buried in the sand for a few weeks. Won't that go bad? Nah, I know how to cure it. It'll keep. Here, take your pick from these. I have a weapon in case you're looking for some defense, or some cams, and I've dug up a few shards in case you'd prefer those. Оружие, чё взять? Давай, осколки, что ли? Give me the shards. Not a problem. Here, take them. 58. Я думал, соточку даст.
снова спать. Пойдем на разведку. Давай его к дедушке приманим. Втроем. Быстренько разберем. Да блин, где у меня зеленая полоса опять нету? Запинали. Он не знает уже, куда деться. Детка, по щам получил. Вот дебил, а. Замахался. Чё он машет? Нет. Нормально. Когти, кожа, перья. Он только что ссал вроде минуту назад. Динозавра увидел и снова сыт. Спутники. Ага, значит это бестия. Может стать спутником. Только я не понимаю приколов этих спутников. Они все как один. Бестолковые. Единственное, чем они отличаются, лишь только видом. Механический страж. Это докуда? Как раз. Давай. Быстренько туда и обратно. Это задание окажется... Мужик, который на воротах стоял. Опасно бегать по этой пустыне. О, а это чё? А нет, это не враг. Жёлтый. Это свой. А чё он красный? Как будто он сейчас стрелять будет. Вот капец. И действительно. Автономный робот. Ту-ту-ту-ту-ту. И, блин, покуда идти? Везде далеко. Или по лестникам подняться. Как
получается, не туда. Надо выше. Ну да. Чё, самуров? Камера-то хорошая. Непонятно, куда он там летит. Башкой зацепится или нет. Я нашел модуль. It is functional, right? Maybe. You'll have to check it. What do you mean? Did you damage it? The drone attacked me. I had to fight it. Really? When I saw it, it was just lying there. Oh well, no harm done. Well, not if the module is all right. It's damaged. Have a look. Yeah, that's hardly pristine merchandise. Still, maybe Elmar can save it. Я починю его. Ремесла 10. Угу. Я отнесу модуль Элмару. Это кто такой? I'll take the module to Elmar. Okay, here. Take it to him and see what he can do to fix it. Tell him I'll have to owe him a favor. I'm out of shards. Задание спаяно на совесть. I'll have to owe you, okay? Honestly, you'll get it back when I'm not broke. Почти банкрот, это еще не банкрот. Almost broke is not broke. Oh shit, I really have almost nothing. Yeah, right. Okay, it's worth the investment. Here, take the rest of what I have. If he wants more than that, then you'll have to cover it, and I'll pay you back. I will be good for it. Nah. Кому доставить? Механический страж. Метка активирована. На карте нету. Кому-то Элмару отнести. Элмару понадобится заплатить, наверное. Это что такое? Это что такое? С тобой что? И не хочет? Кнопка погореть нету. Все. Баг, наверное. Или хрен его знает. Элмар, вот ты где, мне надо отремонтировать этот дурацкий модуль. I need this AI module repaired. Can you do that? That? Yes, I can do that. But you'll have to pay me. Maybe then one day I can buy my freedom. Соточку ему за починку. Сделаешь это бесплатно, или я тут все твои страдания закончу. Ремесла 3.
Here, take your shards. Вот тебе монета. With these as a start, maybe one day I will see Ignadon again. There. One functioning AI module. Have fun with it. Модифицированный модуль. Not now. Ты знаешь пленного клирика Фрэнка? No. Or maybe I just forgot. I don't recognize him from Ignatum. Why are you asking me? I want to find his old unit. Okay, let's do this and do it quickly. I can guess where they're located. I'll transmit the coordinates to your adjutor. Just don't tell me what you're going to do with this information. It is better that you keep it to yourself. Under no circumstances do I want to know what your motives are or what you're doing. Okay? Шел, шел, никого не трогал, и задание нашел. Модуль подчинен, значит, чё? Попробовать отдать. Мне-то он, наверное, не нужен. Барахло не нужно. Блин, провалишься сюда, и потом выбирайся полгода. Как тут? Можно туда перелететь? Должно хватить мощи. В аккурат. Надо еще выспаться. Не паникуй, а то опять он тут возникает. Занял его постель. Так что будем делать с отремонтированным модулем? So what do we do with the repaired AI module? Well, we'll need a functioning drone. If only we knew where to find one that was intact and hadn't been destroyed. We can get a new one from the clerics. You know, one of our cleric prisoners told me they're making a U5 prototype over there in the Horde. It's got enhanced intelligence, or something. That'd be perfect for what we needed to do. Ага, ему еще надо запчасти. Украсть прототипу клириков. Я не буду этого делать. What? You want to give up now? How come you won't steal from the clerics? I mean, it's the clerics. They're just a bunch of crazy religious fanatics. And if you don't get it, I'll just ask someone else. И? Что выбрать? Попробовать достать? Okay, I'll get the prototype. Right, good. Are you sure this time? I mean, I'm just hoping you don't go and change your mind again. Ты хочешь, чтобы я украл этот прототип? You want me to steal this prototype? Of course. Let's do this thing. You see, a normal fighting drone won't be good enough. We need one with more intelligence. I mean, it's gonna be replacing me. So it's gonna have to be smart, right? Умнее. А дрон, чтобы умнее этого стражника был. I'll get you the drone prototype from the clerics. Right, good. You shouldn't have any trouble getting the drone out of there. You know clerics, they'll be too busy worshiping and stuff. They probably won't even notice you're there.
будто бы никто не заметит. Прям так зайдешь к клирикам и возьмешь. Там всякая пачка роботов. Наверное, она пойдет. И где твой дрон живет? Почему тут вот? Это же то же самое активное задание, и нету его. Почему надо вот именно выделить конкретно? У меня все необходимое, чтобы перепрограммировать робота для резака. Осталось найти подходящий образец. И он находится... Ну да. Похоже, это задание надо отложить. Когда доберусь до туда, уже потом смотреть, там уже и телепорты активные будут. А так смысла нету. Слишком долго туда идти. Зажатый рот, Хэнк хочет. Караван с продовольствием, который опаздывает. А, Хэнк ждет. Хэнк боится, что на караван напали Альбы и просит меня вернуть груз. Караван, караван. А я тут где-то рядом был. И не видел никаких караванов. Можем телепортироваться, но ладно. Как говорится, это уже другая история. На этом закончу. Ну и оставляйте комментарии. Всем пока. И до новых видео.